Что-то я не думал, что здесь такой длинный стол. А ты идем сюда поближе, будешь открывать, будем смотреть. И тобот будет открывать, да? Тоже буду я потом. Как же она открывается, эта коробочка? Ох ты! И это? Такого гоночного мотоцикла у тебя еще нет, да, Костян? О. Посмотришь на меня, покажешь? На заднем колесе едет, да? Занялся. Камера не записала звук, поэтому озвучивать буду я. Топ-топ-топ-топ-топ, Костик. Можно тебя поздравить? А дальше я не помню, что там говорилось, поэтому предлагаю вам послушать песенку. Тем более, у вас все равно нет выбора. Наслаждайтесь, кожаные мешки. Song for a broken hearted. No silent prayer for the fate departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Песня все. Смотрим дальше. Коробка в тени. Ох ты. Лопата? Лопата, что ли? Это. Это ключ, да, Костян? Смотри-ка, топорик. Да. Круто. Это же у них лопата, вариант Evolution. Как на маске работает. Я бы сломал бы сейчас все это. Помогите мне! Собрались двери у нас. Теперь руки отодвигаем назад. Так. Крутая какая. Костян, давай наверх приделаем колесо. Это джип? Или как называется? Или УАЗик? Это машинки Kia. Kia? Да, я люблю и Йобида, и машинку, и Титана. А ключ у него был? Ключ у него немножко другой. Ключ у него, Кость, покажешь, где ключ? Ой. Я попал на ключ. Два друга тобота, да? Сейчас, секунду. Да, можно. Кость, иди. Дедушка сейчас тебе тоже подарок принесет. Мегатрон, да, Костян. Так, как открывать-то будем? Ай, я хочу и сначала надену. Опа, сейчас. О. Так, вот так. Да, ты мегатрон. Мы тебя перепакуем. Вот это пушка, а. Я Оптимуса победил. Оптимуса победил. Только я не буду его побегать. Они будут дружить, наверное, да? Да. Ты уже из него танка делаешь? Да. Танк. Да. Танк. Они будут, наверное, стоять, красоваться. Сейчас ты, наверное, придешь полку делать. Наверное, да. А то там, эти, скачерки нет там. Бабушка Галя. А маму Оптимусу надо купить маме.
Магнитики. Магнитики. Да. Потому что Гага и Гаи, ага. И вот все разгибается. Все разгибается. С днем рождения сына вас поздравляю. И вам, и ему здоровья. Светлой головы. Боже, счастья. И Боже, подарки. А что, не там ничего не это, то допустите, да? Да? Подарки кончились. Там бабуля купит, дед купит, да? Нет, они просто на сегодня, наверное, кончились. Ну, нафиг, а то в жизни ты их еще много, где хоть кость будет. Подарков будет много. За хорошие подарки. Все, нетерпеливый. Костике 5 лет, обалдеть. Большой. Юбилей. С днем рождения. Вкусный компот. Чистую воду за твое здоровье. Нет, это не крепкую, по мне прям. Где хочешь играть? Хочу помотать свет. Что ж ты делаешь-то? Иди, нападай на него. Это что, пушка какая-то, да? Да, она игрушечная. Игрушечная пушка, да? Да. Давай стрельнем из нее, опускай вниз. Стреляй! О, вот это ты в меня стрельнул! Я очень крепкий. Меня тянуть и ничего не придаёт. У нас... я очень крепкий. Мне ничего не стало. Пох-пох-пох. Откуда тут идут снаряды будут стрелять, а, Костя? Покажешь ты мне. Смотри сюда. Он с интересом смотрит. Ты его держи. Держу. Бух. Хочешь помотать катиады? Очень хочу. Это добрый отдайку не уйти. Ага. Дух, я как летаю. Кость, я доберусь до тебя. Дойду. Костя, я еще хочу с тобой на стуле посидеть. Пойдем на стуле посидим. Да. Костян, пошли на стул. На стул залезь. Какой стул, а? Ты прям здесь как царь-государь. На большой стул сможешь залезть? Нет. Туда, наверное, прям нет. Надо. Попробуй. Жуки? Да. А ты запрыгивай сюда. Давай руку. Что, пошли торт есть? Пошли торт. Мама в руке. Костя, еще раз скажешь, я не услышал, кто здесь кто? Гонщик, Оптимус и Чоник сюда. Ага. А Гонщик это кто? Из какого мультика? Щенячий патруль. А Оптимус из какого мультика? Главное, чтобы гайток не было. Ну,
делать? Вот мы сначала, ты сначала проедешь. Роботы-автоботы. Вот сколько проедешь? А пятерочка из какого мультика? Правильно. А почему она тут? Че? Нет, почему пятерка здесь? Потому что не надо. У меня года. Пять лет. Куда будем вставлять? После тронов. Будем вставлять вообще? Или так просто съешь? Ну, вставьте, а потом выйдите. Да, так. Телефон в покое. Помойте. А что ты мне делаешь? Я так полагаю, что у кого-то даже осенило, надо желание когда... загадать. Перестали это. Какое-нибудь классное желание загадать. Они устали от этой 50 свечек, кого-то осенило. Мы же все-таки одна. Ну давай какое-нибудь, что хочешь. Там, цифры 5, да? Чтобы все хорошо было. Старую майну хочешь? На турбазу. На турбазу мы ездили. Вот. Загадал? 10 раз за это лет съели. Поехали. А теперь задувай. 1, 2, 3. Еще. Наклонись поближе. Вот и все, молодец. Желание исполнится. Еще хочешь задувать? Кушать пора, да? Теперь давай. Хотите узнать? Хотим ли мы узнать твое желание? Это как? Ну давай, Мария, рассказывай. Сбудется. Давай. Хочу еще один молоко. Еще один Майнкрафт? Только подсказок ему давали, он свою, молодец. Ну чего ж хочет. Еще один Майнкрафт, это что? Ты зачем пришел, скажи? Да, Майнкрафт. Да? Давай. Сердце такое. Ну, оно? Да. Я это хотел. Майн, покажешь? Все, пойдем на кассу. Будем резать? Вот так давай начнем. Зеленый прям посередине. Бери, бери и ешь. Правильно, вот так и надо. Вот приятного еще аппетита. Вот этот кусок съешь. Каждому по ложке. Кто что успел? Свет выключаем сейчас. А то включил свет, светло слышал. Кому что-то осталось-то? Я хочу лёты. Желтый? Да. А если не наешь, еще зеленый. Если не наешь, то еще и зеленый съешь, да? Ну, хорошо. О, прикольно, нами-нами. Прикольно. Еще. Это чай, Кость. Прикольно. Прикольно, говорит. Прикольно у вас. Это который зажарится с кипелем. То ли кипель убивается. Сирена, у меня маленькая дедемеля. Все, Сирена, как это? Костя, а это буква или цифра? Цифра. Молодец. Костя, покажи. Покажи себя, покажи губки. Ух ты. А это почему у тебя такие синенькие? А язык покажи. Действительно. Язык тоже такой же цвет? Покажи, интересно просто. Покажи папе. Ох ты, зубы синие, точно вижу.
и не губки. Ну да. Какие у них? Синенькие. Я полностью. Полностью. Ну, как-то так. И зубки, наверное, тоже синенькие. Язычок. Язычок. Ой, какой синенький. Ты кого кушаешь? Кого кушаешь? Гонечка? Ух ты, ты ему хвост откусил? Да. А шапку? И шапку откусил. Пойдем? Пойдем. У нас через 6 минут. А, все, пойдемте тогда? Пойдем. О, красота какая. Молодежь. Кричи 30+. Старички, старички. Клюшки старые. Давай целоваться, что ли? Вы еще не это не, я вообще с вами прощаюсь. До свидания, Юс. Закрой глазки. Да. Ждешь? Ага. Чего это? Чего это? Не да. Так еще нет пока ничего. Закрой глазки, закрой. Подглядываешь, Костя? Ну-ка. С днем рождения тебя. Можешь разрезать просто. Спасибо. Вы мы смешные? Там что-то уже вон вывалилось из этого, из коробки. Башу оказался. И кто это? Да, маленький. Это бы ты, Грик? Да. Ты такого хотел? Да. Большого. Большого хотел? Да. Тут вот от него, Костя, еще вот. Лопасть от вертолета. О, кататься. Как-то так. Да, Кость, там собирается не очень легко. Костя, ты Бонни нам покажешь? Отзанавесь немножко. Бонька, смотри. Вот, Бонни, смотри. Смотри, у нас теперь какой-то обод есть. Классный? Да. Это Бонни ответила? Костя, во что он трансформируется? Вертолет. Вертолет, да. О, вот так. Молодец. Тебя с днем рождения. Хорошо, 5-летний сынок. О, как-то так. Вот так вот наверх поднимай их. Ага. Хвостик можно закрывать. И поворачиваешь. Поворачиваешь, оно разъединяется, да. Ножки раздвигаешь. Ну сейчас давай вертолет доделаем, да? Да, и тебе надо кия. Угу. И раз, сейчас голова у нее спрячется. Да, и шасси само. Как же нарезали тут бумажку, прилипают. Наверное, шредер резали. Ну? А если нажать вот на эту кнопочку, будет очень интересно. Понял. Дальше собираемся. Робота, ну делай робота. Все, я пошла дальше собирать все. Скажешь что-нибудь? Пока-пока.